как разбить вот эту скептичность, которая есть в человеке, который за всем видит корость. Он говорит, они создают движение, значит, они чего-то хотят от нас. Вот, вот эта вот мысль, которая всегда... У русских это особенно. Да, да. Что-то хотят от нас, что-то хотят получить от нас. Ну, не может быть так, чтобы... Ну, ну нет такого, ну, знаю, альтруизма. Деньги, что там, ну, власть, в политику. Хотите в политику? В Кнессет хотите? Не вы, не знаю, ваши там ученики, адепты. Я не исключаю такой необходимости, если для изменения средств массовой информации, системы воспитания на человека необходимо войти в правительство. Хотя я вообще очень далек от этого и совершенно не для этого. Я как исследователь не гожусь для этого вообще. У меня нет к этому никаких внутренних предпосылок. Ну а кто даст вам изменить всю эту систему распространения? Я надеюсь, что люди, средств информации. Я надеюсь, что найдутся люди вот среди тех же скептиков, которые, у которых есть хорошие задатки именно к тому, чтобы менять общество практически. И, потому что это тоже не во мне. Я занимаюсь образованием. А вот для того, чтобы организовать этот образовательный процесс, для того, чтобы действительно пойти, может быть, во власть, изменить систему образования, даже для наших детей, когда мы видим, что происходит в школах и на улицах, и вообще везде, с молодым поколением, то такие люди, я думаю, среди именно среди русскоязычной публики они найдутся. Я их приглашаю. Мы готовы дать им все для того, чтобы они шли дальше и преображали эту свою страну.